Муся. Кошка Муся. Смотрите, какая красивая кошка Муся. Умная. Вот она принесла еще весной 6 котят, я их забирал домой. Воспитали там на YouTube-канале Владимир Стороженко, там есть видосы. А сейчас принесла еще 6 котят. Вот уже им месяц и 2 недели. Друзья, надо их пристроить в хорошие руки. Одного пристроили. Смотрите, вот сейчас я их, они сутки были на морозе вот в этой коробке. Ну, с крышкой, да. Сейчас я их в большую коробку пересажу, перестелю там им все, и будут они играться. А пока там маневры, вот выпустил их побегать по отопительному цеху. Вот. Машинист котла, я даю тепло в гостинице. Хорошая элитная гостиница. Смотрите, вот пустил их погулять, потому что там в коробке пипец там. За сутки написали, накакали, все уже сжег, почистил. Вот, смотрите, они хоть побегают в пространстве. Сейчас им принесу большую коробку, там тренажеры, как картина Шишкина, медвежата на опушке леса. Вот, смотрите, видите, они классные, гуляют, территорию изведывают. А летом они гоняли, вот у меня тот выводок дома, в своем доме, павильон у них был 120 на 140 от собак. Они там прятались. А так они бегали во дворе, там в своем доме, там все, большой двор. Вот, вот такие котята. Друзья, надо пристроить котят в хорошие руки. Вот, кошка Муся их научила и умываться, и кушать. Они уже кушают все, и даже свежемороженую навагу сырую. Они для дома. Они, вы не думайте, что они там какие-то из-под сарая там, да, они классные котята. Вот посмотрите YouTube канал Владимир Стороженко, там 2 котяры у меня дома живут. Потоп мы пережили вшестером, 6 котят. А 4 котят вот забрали знакомые и друзья в коттеджи. Просто радостные, довольные, просто столько слов благодарности. Вот, сейчас они тут разбежались, но тут безопасно, у вас ничего не крутится, не вертится. Вот, пусть побегают. Сейчас я коробку большую принесу, а то здесь им тесновато. Короче, 2 мальчика, 3 девочки остались. Да? Кс-кс-кс-кс. У них 4, они близнецы. Они отличаются только отметиной на лбу. Смотрите. Ну-ка. А когти какие, а? Вестибулярный аппарат как надо. Да? Смотрите, кто это? Это пацан, ну-ка, пацан, смотрите, взгляд матерый. Они глазками уже переболели, мы их закапывали, все, у них там корм всякий разный. И дорогой, и подешевле, и средненький, и премиум класса. Давай. Вот такие они классные. Им уже месяц и 2 недели. 3 декабря 2023 год. Мы их подобрали. Ну как подобрали? Кошка Муся по проверенной схеме одного нам сначала подкидывает. Если мы ведемся на доброту и ухаживаем за ним, она потом через какое-то время, вот весной она через 5 дней принесла 5 еще. А, нет, сначала она одного подкинула, потом на следующий, потом через день еще одного, потом через день еще одного, а потом уже через 5 дней еще 3 сразу. В этот раз одного она подкинула, 9 суток за нами наблюдала. Мы его кормили с пипетки дорогим кормом для малышей котят. И за 8 раз она только 4 раза прибежала покормить его. Фортунка, девочка. А потом я говорю, Мусь, ну давай, все, прокусила, все, Вова добрый, давай, веди сразу всех. И она 5 притащила сразу за 1 день. И вот у нас сейчас возимся мы с 6. Вот недавно одного забрали. Но они классные, они классные. Смотрите, они хвосты кверху, это значит классно. Они, вон, видите, как белочки. Как белочки. Классно. Вон. Муся им показывает, как кушать. И они трескают все. Это вон, я им кашку гречневую Ирина Борисовна готовила с курятиной. Вот, вон рычат. Рычат, молодцы. Ну все, коротенько. YouTube канал Владимир Стороженко. Там как восстановиться от тяжелых заболеваний, как фитнесом, спортом заниматься.
Вот. Как с самоокупанием хорошие продукты, товары для красоты, для здоровья приобретать, как деньги с наименьшими вложениями в правовом поле законно в интернете зарабатывать дополнительно, ну и как физически работать. Вот. Я показываю мотивацию, что я вот с плохо работающими кулаками, пальцами выполняю цели и задачи, мне 56 лет. Заднюю не врубаю, еще и фору дам молодым. Там на YouTube-канале мы показываем, я и в команде мы и березовый сок собираем, и шишкуем, и покос территорий, травы больших, огромных территорий, по 2000 соток за лето. Вот, объект Министерства обороны, там 1500 соток только обслуживаю 4 лета подряд. Вот, как-то так. Ну, а сейчас задача пристроить надо котят. Просто разошлите видео с моего YouTube-канала, выберите там покороче, за которое вам как бы не стыдно. Можете примазаться к чужой славе. Вот. А можете себе приобрести котенка, а лучше двух. Двоим им веселее. Вот, мы себе троих сначала оставили, ну, потом выпросили. Сейчас двое с нами живут. Хотя после наводнения сделали капитальный ремонт. Там сейчас вот тюли будут висеть во всю стену. Там все шикарный ремонт. Хороший. Жена, конечно, переживала, но я ее убедил, что коты в дом, деньги в дом. С чего начал, того и закончу. Если в доме есть детородная женщина или детородные животные, то всегда у вас будет благополучие, всегда у вас будут возможности. Только не лениться, только не лениться. Да, Мусенька? Да, Муся? Мусенька такая, удачу приносит, Муся. Муся удачу приносит. Ну, работать надо много. Ну, подсказка идет от создателя, да, Муся? Все, сейчас его коробку принесет вам. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Телеграмом. +7 914 974 45 45 голосом. YouTube-канал Владимир Стороженко. Звоните из Уссурийска, Приморский край. 7 часов разницы с Москвы. Вокруг нас 200 стран мира с суверенитетом, 10 стран без суверенитета, 300 миллионов русскоязычных людей, 8 миллиардов населения. Качайте, находите свою тему и несите ее в мир. Ну, хорошо, это удобно делать через компании сетевого маркетинга в другие регионы. Экспансию добрую делать. И получать процент от организованного товарооборота ежемесячный. До 9 видов заработка и до 2 путешествий в год в самые экзотические места мира от компании-производитель при выполнении определенных квалификаций. Ну, не буду как бы называть марки компаний, которые я из 50 за 27 лет прошел. За 27 лет я прошел около 50 компаний всяких разных. И глобальные компании, и мошенники были, и сами организовали компанию. Вот, ну не все так просто. Надо работать с сильными международными компаниями. Да, это процент, но это и надежнее, и это все передается по наследству. Место в империи, которую вы организуете, передается по наследству. Все это законно. Ну, а что еще для жизни надо? Самореализоваться успеть, быть в гармонии с создателем, с собой, с душой, хорошее здоровье, хороший достаток, уважение, понимание, любовь в семье, счастье, когда ты заботишься о ком-то, у тебя творчество включается, вот, и удача идет к тебе. Только не лентяйничай. Только не тупи, только делай все вовремя, а лучше делай на опережение. Думай на опережение, а делай все вовремя и во время. Помогай Бог.